I'm here for you, Ivan. Just say what it is. Nothing can save us. What is this? You are not Ivy. Where the fuck is my wife? Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Downfall, и в прошлой серии у нас закончилась тем, что сначала мы нашли девушку, которая была мертва, принесли ей мозги, и она ожила после определенного воздействия электротоком, но, однако, прожила она, по всей видимости, недолго, потому что пришел мужик с топором и зарубил обоих, и эту девушку, и, собственно, Джо. Что ж, ладно, давайте тогда продолжать игру. Load. Мы продолжаем. Ну, она ожила, собственно, но... Непонятно, где вообще появилась. Ну, будем продолжать, будем смотреть. Ее зовут Агнес. Голова лося. Так, бедный говорит мистер лось. С ним можно поговорить. Ну, ладно. Первое же и скажем. Не беспокойся, мистер Лось. Все будет хорошо. Don't worry, Mr. Moose. Everything's gonna be just fine. Да, конечно. Будет просто прекрасно. Так, кроватка. I really don't know what to say. Я даже не знаю, что сказать. Да. Покрывало, что ли? Бланкет. Выглядит теплым. Ну или плед, что-то типа того. Дверь. Мило, я так полагаю, это дверь. Ну давайте откроем. Посмотрим, где мы очутились. Я заперта? Кто-то постукивает там. Кто это? Дверь закрыта, и у меня нет ключа. Пожалуйста, уходите, пожалуйста. Опа. Я вызываю полицию. Так. Кто бы вы ни были, уходите. Что там произошло? Окей, не паникуй, Агнес. Нам нужно отсюда выбраться. Быстро. Так, радио. Самое время послушать радио, да? Я считаю. Так, давайте откроем окно. И нахрен оттуда выберемся. А вообще-то немного высоковато, чтобы прыгнуть, да? Мы не на первом этаже. Так, ну что, давайте тогда как в боевиках у всяких. Так, взять простыню. Окей, или покрывало же, опять же. И берем вот этот плед. И еще. Стучаться они там, понимаешь. Так. Нет. Что может... Начать нужно с этого. Опять же нет. Так, за лося. Извини, мистер Лось. Так, ну это явно будет коротковато. Давай еще вот эту штуку. И пошли отсюда, собственно, нахрен. До свидания, милое создание, кто бы там ни был. А, ну ясно, это мужик с топором. Почему я не удивлен? Ты нихера себе, прямо с третьего этажа. Но это все еще Quiet Heaven. Все еще отельчик, в котором мы были. Твою мать. Упала со второго этажа, считай. Надеюсь, с тобой все в порядке, там, Магнус. Ну, ничего. Так, туда мы не пройдем. Это сохранение. Закрыто, но это в порядке. Вообще мне не хочется туда возвращаться. Угу. Валим отсюда.
Ворота. А я вообще могла бы выбраться отсюда, если бы у меня не была одета в это дурацкое свадебное платье. Открыть? Закрыто, конечно. Заперто. Машина. Кто-то припарковался вообще посреди газона. Не круто. Подойдем поближе. Машина вся какая-то... Больше похоже, что она ржавая, чем мокрая. Открываем дверцу. О, хорошо открылось. Упс. Экзамен. Так. Эта машина, возможно, что мой билет отсюда. Но есть одна проблема. Я не умею водить. Охрен, как говорится. Давай. О, ключи в замке зажигания. Мне повезло. Может быть, есть что-нибудь тяжелое, что положить на педаль газа? Надо что-то поломать. А, отлично. Так, ясно, короче. Сама она садиться не желает. Так, статуя-то, наверное, просто так здесь стоит, да? Ну, конечно, давайте ее двинем на. Так, статуя. Взять голову, взять ногу, взять пинус, блин. Ладно, давайте ногу, ногой нажмем на газ. Жми на газ. Давай, детка. Так. Что-то ты ни хрена не туда поехала, машинка. Надо было туда. Прямо, наверное. Не туда, глупая машина. Ладно. Посмотрим, куда она там свалила. Ну, по большому счету, похеру. Главное, через этот забор перейти. Надеюсь, что... Дождь затушит огонь. Ну да, она там горит немножко. Ну ладно. Идем. Леса какие-то. Так, а это что за? Что это? Туалет типа сортира, что ли? Коридор какой-то. Я, блин, даже не знаю. Выход. Ну ладно, давайте. Что у нас здесь? А, какая-то куколка. А, ну, поднимем. Ладно, так, посмотрим, давайте на нее. Такая худенькая. Что за ужасная модель для маленьких девочек? Она выглядит вообще как кисточка. Ага. С ее вот этими волосами. Интересно. Так. Идем. Что это за здание вообще такое? Я не пойму. Опять тупик какой-то. Стена. Кто-то нарисовал дверную рамку на этой стене. Ну, скорее всего, типа дверного проема. Если бы он только был настоящим. Так, можно нарисовать дверь. Нехорошее время, чтобы играть. Неподходящее время, чтобы играться в куклы. Ладно. Так, это мы оттуда вышли, да? Да, да. Ладно. У нас там еще вроде один проход был.
Это зайчики какие-то. 666. 666. Какая гадость. Все ваши тыквы вонючие. Так. Тыква. Это мусор. Разбить ее нахрен. Фух. Какая гадость. Так, и теперь мы можем использовать здесь куколку. Куколку обмакнули, да? Ну да. Походу, теперь мы можем идти нарисовать дверцу. Так, в том коридоре, что я его пропустил. А, не, мне еще сюда можно сходить. Опа. Видели на заднем плане, там мужик пошел. С топором. О, Айви, а ты что тут делаешь? Что-то не очень понял. Woman. Ну, она, естественно, ее не знает, поэтому для нее она всего лишь woman. Посмотреть. Она сидит одна в этой пустой комнате. Она должна быть сумасшедшая. Привет. А ты кто? Я Айви. Окей, привет, Айви. Я Агнес. Но я вообще плохо запоминаю имена, поэтому навряд ли я буду его помнить вообще. Поэтому оставь меня здесь одну. Мне не нужна компания. Я обещаю, что я не займу много твоего времени. Что это за место? Какая нафиг разница? Это то, что оно есть. Короче, полная куча говна. Гниющего. Но вообще-то оно выглядит как большой туалет. Смотри, ты что-нибудь хочешь? Ну, вообще-то, мне хотелось бы побыть одной. Правда? А, в этом месте это вообще не твое дело. Кто-то преследует меня, нам нужно отсюда выбираться. Я не могу. Но этот чувак сумасшедший, у него есть топор, я знаю. Но она меня никогда не отпустит. Кто? Она. Звучит, как будто бы действительно сука. Подожди. Неважно вообще, кто она есть. Я уверен, что она, типа, планирует что-нибудь с нами сделать. Как другой чувак. Я ее не знаю. Она монстр, который меня здесь держит. Маленькие жирные черви, которые ползают внутри моей головы и не позволяют, и желают выйти. Она бог и дьявол. Она фокусник, демон. Окей, понятно. Хорошо. Поэтому выбирайся отсюда, пока ты еще можешь. Почему? Там место, куча этих тупиков. Есть один путь, он проходит только через ее дом. Но, может быть, у тебя получится? У меня получится, но ты пойдешь со мной. Ты мне не можешь помочь. Нет у меня возможности покинуть эту комнату. Это вообще сумасшествие. Хватит ныть. Скоро лучше станет. Я сказала нет. Опять начинается вот у нее вот это. Так. Так, поднимай-ка ты свою задницу у нас с кресла и пойдем отсюда. Следуй за мной, короче.
Но никаких но. Все будет в порядке с тобой. Я тебя защитю. Пойдем. Подожди. Там есть дверь в одной из комнат. Она без ручки. И нам нужно сделать эту ручку. Сделать двери ручку. Ну, не настоящую ручку. Подходящую ручку для этой двери. Окей. Хорошо. Я решу эту проблему, если ты со мной пойдешь, окей? Вообще-то надо пора выбираться нафиг отсюда. Пойдем. Пойдем, Айви. Так, насколько я помню, нам вот в этот коридор, да? Потом сюда. Так, а что там? А, это вот то место как раз, куда мы и вышли. Хорошо, пойдем. Осторожно. Я думаю, чувак, который за мной преследует, вообще уже прошел вот здесь вот. Так, теперь направо, по-моему, да? Ага. Я запомнил вот этот вот стул с кровянкой. Идем, идем, идем. Мы здесь. Это дверь, о которой я тебе говорил. Ну, надеюсь, что... Ну, я поверю тебе. Надеюсь, что это не сумасшествие. И какую вообще нужно ручку нарисовать? Что, непонятно, что ли? Та, которая подходит вот этой вот двери. Ладно, хорошо, я понял, что у нас здесь вот такое надо сделать. И у нас есть замечательная дверная ручка. Как мы вообще ее использовать-то? Нажми на нее. Просто open the door. Все, ну ладно. И стена открылась. Нет! О, извини, пожалуйста. Ай, Вишу-то... Не успела пройти. Блин. Что за губы такие? Добро пожаловать в мой дом, молодая леди. А кто ты? У меня есть много имен. Но тяжело одно подобрать какое-то определенное. Но... Только одна вещь, которая важна, это кто ты думаешь, кто я. Демон, галлюцинация, плохой сон. Ты должно быть, сука, та плохая баба, о которой говорят. Это мне... Так, ладно, давайте сукой назовем. О которой та бедная девушка говорила. Ты должна быть та сука, о которой ты говорила, та бедная девушка. Смеется она. Поразбивала все зеркала, сволочь. Подойди ближе. Это ж наша старая знакомая, королева червей. Я, типа, не волнуюсь, как они меня рисуют. Ну, в смысле, как они обрисовывают меня. Пожалуйста, будь моей гостьей. Поешь немножко супцу. Не, спасибо. Почему? Это что-то так не, вообще не то с моим супом. Ну да, вообще. Но на самом деле, да. Это кровь. Это томат, ты чё? Ну вообще-то не голодная. Пожалуйста, ну не надо.
Я хочу вообще быть гостеприимной каждому. Но я уже покушала. Не, не будь глупой. Хороший такой суп, горячий, вот покушай давай сейчас. Вообще, на самом деле, я пытаюсь, типа, завязать с кровью. Хорошо, давай, короче. Ой, блин, ну что они несут какую-то хрень. Короче, говорит, я уже угощала твоего друга Джо этим супом, типа, он уже покушал. Так. Ты знаешь Джо? О, да, я знаю его очень хорошо. Он друг друга. Он приходил вообще, недавно заходил сюда. И что, ты давала ему свой суп? Он его только попробовал. Но он уже строит... У него уже появился приличный аппетит к этому супу. Ну, ясно, что он намекает. Распробовал, говорит, супец. Меня вообще предупреждали о тебе. Я встретила молодую девушку, которая рассказала о тебе. Я выгляжу монстром? Нет, но вообще рассказываю так. И почему ты мне это рассказываешь? Я полагаю, что мне нужно извиниться за девушку, и мы должны что-нибудь сделать, чтобы это исправить. Не твое дело вообще. Между нами. Эта сука типа приходила. И что? Так, ладно. Короче, надоело мне с тобой разговаривать, поэтому вообще я пойду. Че, уже так рано? Может, что-нибудь главное блюдо какое-нибудь? Там в духовке тебя кое-что ждет. Я, говорит, на диете, на строгой сейчас. Давай, до свидания. Так. Еда выглядит ужасно. Почему вообще кто-нибудь вообще захочет вот это вот поесть? Еще одна вещь. Да? Не могла бы ты задуть свечу в следующей комнате? Что? Почему? Это маленькая традиция в моем доме. Я прошу всех гостей, чтобы это сделать. Ну, хорошо. Я об этом подумаю. Ну, задувать свечу. Мы ведь знаем, к чему это приводит, не так ли? Если свечу задуть. Картина, блин, которая за нами наблюдает, вы это видели? Так, гробы, гробы, цветы. А нахер на них? Картина. Ох, какой милый берег морской. Гроб. Что-то вообще не так с этим гробом. Ну, давайте пытаемся открыть. Вообще он забит гвоздями, я так понимаю. Ладно. Нахер, как говорится. Так. Здесь уже нету. Ну, хорошо. Так, стол. Так, можно взять вилочку. Окей. Так, что это такое? Доска. Да, плохо прилегающая доска. Давайте ее вилочкой подцепанем. О, и здесь у нас в нычке лежит монтировка. Так, ну хорошо. Я так полагаю, что этой монтировочкой мы сможем гробище открыть. И это будет хорошо. Давайте вилкой попробуем. Какой, говорит, смысл? Так, давай. Правильно, давай это сделаем.
Джо. Теперь играем за Джо. На футболке у него там Нирвана, походу, написано. Ты думаешь, я красивая? Так, что... Так, ну, типа, самая симпатичная девушка, которая гуляет на земле. Ну, ладно, давай вот эту вот футболочку снимем. Не, ладно, не будем уже, походу и не до этого. Just about the prettiest girl that's ever walked this earth. Yeah. Да? That's what I thought when I first saw you. Это первое, что я подумал, когда увидел тебя. Это вообще-то было 5 лет назад, а мне сейчас 29, и я думаю... Я не знаю. А ты, блин, такая же красивая, как и была. Конечно, ты должен это говорить сейчас. Я вообще так думаю на самом деле. Нет, я знаю. Ты просто говоришь, потому что ты надеешься опять, типа, поладить там и все такое. Блин, короче, нарывается. Не, да говорю, потому что люблю тебя. Я знаю. И я хочу просто... Не думай об этом. О чем? Ты не поймешь. Ну, попытайся. Это глупо. Я чувствую... себя такой глупой и ненавижу это, но там все время это вот внутри голос, пытающийся изменить меня, ту, которая я есть. Я пытаюсь это остановить, я пытаюсь, но это всегда повторяется и снова, и снова, и снова. Так, ну ладно, не будем там уже сволочью быть, у нас типа чувак этот хороший. Ты можешь поговорить со мной об этом? Я не могу на самом деле. А это не важно. Я просто беспокоюсь. Я полагаю, что ты не должен этого знать. Я думаю, что ты есть что-то, ты мне все можешь рассказать. Тебе это не понравится. Давай оставим это. Я здесь с тобой, Айви. Просто скажи, что это такое. Хорошо. Но я свою болезнь сама создал. Что? Извини. Я хочу сделать это, но это просто. Просто опустить пальцы и смотреть в зеркало и видеть то, что я хочу видеть. Но... Потому что я женщина, я хочу быть красивой снова, Джо. Да ты вообще красивая, ты чё? Пожалуйста. Ты вообще не слушай этих дебилов. Но это везде, Джо. Эти женщины на телевидении, в магазине, в журналах. Как я им? Почему я не могу быть как они? Ну ты даже не жирная. У меня 12 размер, Джо. 12. Что за хрень они несут вообще? 12 размер это как? Это по каким, блин, вещам? Я не понимать. Она, короче, рассказала, что пальцы типа в глотку засовывала. Я так понял, трот это типа... И посмотрю потом в зеркало, типа пойду проблююсь. Ну, в общем, булимия у нее, я так понимаю. Пожалуйста, обещай, что ты никогда не будешь это делать снова. Поэтому я тебе и сказала. Поэтому я попытаюсь остановиться. Я попытаюсь тебе помочь. Просто надо говори со мной. Говори, когда вот об этом. И мы же вместе. Ты на меня злишься? Да, нет. Люблю тебя, Айви.
Я не буду на тебя злиться. Но нам нужно кота завести. Что? Ты сказала кота? Ага. Мы можем быть вообще счастливы здесь вот. Ну ладно. Хорошо, кот. Почему бы и нет? Он должен быть как темный, как ночь, и с глазами, как горящими, как огоньки. Будет царапаться. Но мы всегда, он всегда нас будет успокаивать, когда мы злимся или грустные. Как мы его назовем? Его? Хм. Так, насколько я помню, кота что-то там про Люцифера говорилось. Если я не ошибаюсь. Люцифер. Люцифер. Люцифер, Люцифер. Хм. Да, хорошее имя. Я... Не, ну он на самом деле... Ну, Люцифер плохой, а имя-то хорошее. Мне это нравится. Ну хорошо, договорились. Может быть, вот у этой сумасшедшей дамочки кота возьмем. Ты знаешь, у нее всегда там котов много. А, ну да, точно. Они про Кэтлэйзи говорят. Yeah. Джо, да? Я тебя люблю. Вот так вот. Договорились, в общем, о котике. Посидела, поплакала, вызвала жалость. Решили кота завести. No. Нет. Это не может случиться нахрен. Кофин, ну да, вот в этом вот гробу, который сейчас в данный момент лезет. Агнес, получается, лежит Джо. Так, давайте обследуем. Это гроб. Я похоронен заживо в этом чертовом гробу. Так, попробуем подавить. Ни хрена. Касторочка у нас есть. Но навряд ли она нам поможет. Так, давайте поорём. Помогите. Помогите. Жилка какая-то. Пусть, выпустите меня. Вы какой красавчик. Там есть кто-нибудь? Тут нету никого, Джо. Ты вообще должен сдаться сейчас. Это самый простой путь. Так, ну давай поговорим с мертвыми. Вы кто? Это было так долго. Мы позабыли свои имена уже давным-давно. И вообще не важно, когда ты мертв. Но все, что тут осталось, смотреть и ждать. Я умер? Нет. Смерть приходит медленно. Она вообще уже в пути, как ты видишь. И все, вот это время она в пути. Поэтому давай, начинай тут скрестись. Борись. Как и мы это делали. Заткнитесь все. Но Джо, мы-то даже не здесь. Вообще, где я? Это место имеет много имен. Поэтому зови его могилой, вратами. Зови это, ну, опять же, могилой, но по-другому. Жди, Джо. Рай. Прогнивших плоти. Шутники, блин. Я не хочу умирать таким образом. Должен же быть какой-то способ. Да, он есть. Глядись. Очень близко. Мы тебе вообще дали маленький подарок.
Глянись, говорит, посмотри вокруг. Так, давайте осмотрим гроб. Что это? Ты знаешь прекрасно, что это такое, Джо. Это только вот один способ отсюда выбраться. Вопрос. А ты вообще имеешь яйца, чтобы это сделать? У тебя есть яйца. Ты мужик? Ты сделаешь то, что ты должен сделать. Одно движение, и все. Будь больно на одну секунду. Он заряжен, чтобы твою судьбу привести. Борись. Осталось только сделать правильное дело и выстрелить себе в лицо. Там вообще немного осталось, поэтому давай, стреляй. Так, choose the faster way, choose the slower way. Не, самоубийство, как я уже говорил, это не выход. Ну его нахрен. Будем лежать, ждать. Там нас должна Агнес открыть, походу. Ну вот она. Спасибо. Спасибо, Агнес. It's you. О, это ты. What were you even doing in there? А что ты здесь делаешь? Так. Ну, полагаю, что мужик с топором меня сюда положил. Ну, скорее всего, он это так и сделал, ублюдок. Как ты меня нашла? А, я полагаю, что это судьба. Где мы? Да, недостаточно милое место. Ну, мы должны, наверное, валить отсюда. И спасибо. Следуй за мной, спасибо. Так. Ладно. А что он насчет той? Подумаю, так. Мне всегда нравились пляжи. А, Айви всегда нравились пляжи. Она проводила часы, поднимая... А, собирая ракушки морские или бросая камушки в воду. Ну да. Я бы тоже не отказался. Эй, Джо. Почему я здесь? Я имею в виду... Какая моя цель вообще во всем этом? Задача? Доктор сказал, что ты вообще очень важна, но не объяснил почему. Важна. Мне нравится, как это звучит. Но вообще доктор выглядел сумасшедшим. А, да, ладно, Джо. Главное, что я важна. Ага. Да, в принципе, не важно. Я не хочу еще один гроб тут, блин, увидеть в своей жизни, поэтому давай валить отсюда. Ух, это не может быть. Мы вернулись в Quiet Haven. Да, похоже на то. Ну, вообще-то, может, появилось время рассказать, объяснить, что здесь происходит. О, черт. 666. Давай начнем сначала. О, да, время историй. Это вообще история не та, которую ты хочешь услышать. А надеюсь, что, ну, что это не так. Хочу услышать что-нибудь интересное. Так, я сюда приехал прошлой ночью с моей женой Айви. Я просто хотел забыть всех проблем, которые происходили, но... Просто давай используем вот... Я хотел провести романтический ужин, вот время в этом месте, в этом отеле. Но мне показалось, что мы...
На самом деле, я думаю, что мы поссорились. Ты думаешь? Она вела себя с самого начала очень странно. Сначала она не хотела говорить со мной. А потом она вообще начала относиться ко всему очень плохо. Она сказала очень много плохих вещей. И на следующий день она ушла. Ушла домой? Нет. Она вообще ушла. Как будто ее похитили. Она исчезла. Я знаю, что это звучит нахрен по-сумасшедшему, но... Это был монстр. Ты его видел? Ну, как бы да. Он прячется сейчас. Где? Внутри зеркал? Я не уверен. Внутри зеркала. Но это меня вообще на самом деле удивляет. А и мы можем туда попасть? Это самая худшая часть. Я должен убить 4 воспоминания этого монстра, чтобы открыть зеркало. Что? Призраков, воспоминания. Тут вообще все нереальное, понимаешь? Это как плохой сон. Вообще об этом я бы не хотел думать. Но ты не можешь. Сон или нет, нам нужно как бы поверить, вот что происходит. Я уже как бы одного убил. И какой у меня выбор? Я не могу оставлять типа Айви умирать. Не могу позволить Айви умереть. Ты вообще убил кого-то? Однако... Ты уже убил. Я просто дал ей шприц. Я думаю, что я в тебе ошибалась. Может быть, это не так? Так, убийство одной, типа, первого вот этого вот воспоминания привело к тому, что треснуло зеркало. И ты веришь, что Айви в зеркале? Да. Ты вообще изменишь свои мысли, когда посмотришь на это. Я, блин, не успеваю. Я боюсь говорить. Ну ладно, я попридержу свое суждение о тебе, хорошо. Еще что-нибудь, о чем я должна знать? Какая-нибудь атомная бомба? Или... Типа, какой-нибудь портал, который приведет к каким-нибудь жрущим чувакам на этой земле? Я достал еще... Чей-то, говорит, мозг. А, у тебя чей-то мозг. Что? Чей-то мозг? Я не знаю, чей. Какого-то парня. Но он вообще ему не нужен. Нравились мои мозги. Но, однако его здесь не было. Мы вернем его тебе, когда найдем его. И что мне еще нужно знать? Ну, блин, хватит, короче. А, кроме... У тебя есть что-нибудь для меня? Когда на нас напал этот вот чувак, у тебя было письмо же для меня. А, ну да, я забыла об этом вообще. На, вот, возьми. Хорошо. Давай. Короче, давай спасем твою жену. Надеюсь, что у нас получится это сделать. Ой, ну что ж, ребята, давайте тогда на этом закончим серию. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Юра, всем самого наилучшего.
пока-пока.